Приветули и добро пожаловать к нам. Сейчас мы все будем смотреть новый трек на клип. Клип на трек. Eskimo Callboy Hate Love. Я не знаю, что ждать. Должно быть, как минимум, круто по звуку. А может быть, и очень упорото в плане клипа. Что происходит? Не слабо. Ну, интересно, да. Что? Я почти... Сюжет. Да. Я почти уверен, что вот эта блондинка в этом участвует. Она пришелец? Да если что, была отсылка на пришельца с другими гениталиями. Мало ли. Просто недавно попадался комикс с Суперменом. И Лоис Лейн. Я не знал даже, что он поменялся, и в хайпа не заметил разницы вообще. Я ж не видел старого солиста никогда вообще в глаза. Я клипы до этого не смотрел особо. Я видела, но не запомнила. Оу, май. Жесткий БДСМ, что ли, был? Оу! Киста! Оу! А в конце так, это была реклама новых дней и аксессуаров. Кто знает. Как его покоцало? Я не понял, я требую ответов. Может, он думал, что БДСМ девушка, на самом деле девушка БДСМила его. И так жестко, что лицо ему разодрало. Жесткий БДСМ. Ну, судя по всему, он на стеклянно вот это вот наебнулся, и ему порезало лицо. На вот эту, на пол, что ли? Да. Да ну, хз, трещин не видно было. Ну, не исключено. Он же там лежал в крови. Может. Много вопросов, так мало ответов. Да. И вон хайпа. Ну, хайпа мне все равно больше нравится. И клип, и трек. Он такой веселый, заводной. А да. Кадиллак. Хайпа все равно лучше. Кадиллак. Мне нравится. Не, у них много классных треков, и этот классный, и клип хорошо снят, и в принципе интересно, но вот да, не очень понятно, что к чему. Но хотя бы не просто в ангаре с инструментами херачат. Ну да. Ждем пояснительную бригаду, если что. Как бы да. Спасибо за просмотр, надеюсь, было интересно. Пиши свое мнение и, ну, мысли в комментариях. В описании расписание стримов, ссылка на оригинал и ссылки на мои соцсети. Жду тебя на стримах, смотри другие видео. До скорой встречи.